Но почему тогда при вроде бы очевидных преимуществах в современном и напичканном электроникой основном танке США «Абрамс» до сих пор вместо автомата используют заряжающего? Помимо того, что это добавляет пару рук экипажу для обслуживания и ремонта, позволяет быстрее пополнять боезапас танка, чем заполнять конвейер автомата, а в случае выхода из строя заряжающего его можно быстро заменить, что нельзя сделать с механизмом в случае его поломки, есть еще одна вещь, связанная с безопасностью экипажа, поэтому в Абрамсе для боеприпасов есть отдельный отсек, отделенный от экипажа бронедверью с механическим приводом, которая открывается только на пару секунд каждый раз, когда заряжающему нужно взять очередной снаряд. При этом, в отличие от танка Т-72, который застегнут на все пуговицы, в отсеке с боеприпасами М1 Абрамс предусмотрены предохранительные устройства для отвода внутреннего давления в случае взрыва боекомплекта, защищая при этом экипаж внутри основного отделения танка.